НАСА знайшла 7 нових планет за межами сонячної системи. 3 з них знаходяться в зоні життя та швидше за все мають рідку воду, а отже, можуть бути населеними зонами. І тут вчені одностайно припустили: Земля не самотня. Та для чернігівців, як виявилося, це не новина, оскільки більшість і так знає. Позаземні цивілізації існують. Однак колонізувати небесні світила, а тим паче поневолювати космічні народи, містяни не готові. Позаземні, да, я дуже увлекался астрономией, сейчас я всю астрономию люблю. Я знаю, что где-то в созвездиях такая же самая существует планета, как и наша. И все живое может быть только в другой форме, в другом виде, но жизнь обязательно где-то есть. На колонизации планеты, это как понять еще можно, если это военное враждебное, то не. А если просто освоение новой Земли какой-то, я за то, чтобы человечество куда-то ушло в новую жизнь. Конечно. Ну, конечно. Ну а как вы думали? Неужели мы самые умные на всей планете так живем, да? Смотрите, что делается вокруг. Войны, голод. Такого не может быть. Мы для чего сюда пришли? Радоваться жизни, правда? Быть счастливыми. А что с нами происходит? Значит, мы не так живем, что-то с нами не так. Не там, не так, не там, а у нас, внутри нас. А почему бы нет? Что-то где-то есть. Не все могут доказать. Но многие же вещи. Возьмите те же НЛО. И много других вопросов есть. Конечно, есть. А что мы тут одни такие умники? А может и нас с другой планетки сюда, как этот рыборазводник. А и живут на здоровье. Нам не мешают. А мы им уже мешать начинаем. Своими ядерными бомбами, ракетами, беспределом. За стільки років існування нашої цивілізації ніхто точно не доказав, що хтось бачив якогось гуманоїда чи якусь живу тарілку. Ні, колонізація – це не те. Потрібно жити в мирі. Якщо буде мир, буде злагода, то буде все добре. Знаєте, все може бути. Все може бути. А чи погодились би на колонізацію? Ні. Простіть, ми ту планету засрали. А зачем ще остальні? Портить. Вот что-то надо верить. Спасибо.